те самые поселок знаменитый Крест. Вот он такой, то есть вот мы сейчас прямо в него вот так вот въехали. По трассе М10 Россия двигаемся в сторону Комариного рая через поселок Крест. Крест знаменитый тем, что здесь есть, вот можно обратить слева, самолет. Вот такой достаточно красивый, вот он улетает. Знаменит они тем, что здесь есть вот таких вот, продают в разных вот таких штучках чай и кофе именно из самоваров. И скоро мы эти самовары действительно увидим. Да. А еще Крест знаменит тем, что до сюда дошел хан Баты, остановился и дальше не пошел. Вот такая вот тут красивые места, можно обратить внимание там вот. Церковь достаточно красивая и даже такое вот полнолуние. Поселок Крест, он большой, справа находится от нас вот, река Халова. Вот здесь большой поворот есть налево. Вот. Будет потом второй еще поворот, по-моему, на Аку. Вот. Вот мы продолжаем путь дальше через поселок Новгородской области Крест. Вот город на Акуловку. Город на Акуловку проехал. Вот здесь тусуется очень много тех, кто продает чай и кофе из самоваров. Вот даже можно завидеть, прям там дым и чувствуется запах дыма, да, вот здесь продают, да, вот стоят вот самовары, вот это все. Даже вот с этим холмом как-то, ну, честно говоря, приходилось давненько как-то ставить палатку, и там даже ночевать. Да. Но сейчас мы едем дальше. Тех подмосковных разных краев, где водится огромное количество комаров и река Дубна, будет много путешественников. Но тем не менее, вот мы еще двигаемся по поселку Крест, и там будет справа снова продавать. Вот, да, водитель остановился, можно обратить внимание, покупают чай и кофе из самовара. Вот. Вот опять же вот самовары стоят здесь. Считается самоварная столица России. То есть это где люди придвинули столы в трассе и продают действительно вот, очень интересно. Можно у этого самовара сфотографироваться и подкинуть дровишек. Вот опять здесь продают. Да, вот.